А вот и он! Диджей Фил, здравствуйте! Привет! Можем поорать, да давай не будем. Давай. Мы уже надоели орать, мне кажется. Знаешь, Филипп, сегодня я знал, что я у тебя буду спрашивать интервью. И вот я знаю, кем ты мечтал стать в детстве. По крайней мере, о тебе пишут. Помнишь ли, кем ты мечтал стать в детстве? Да, помню. Кем? Овечкиным. Реально ведь похож. Прикинь, а ведь так не пишут. Знаешь, что пишут? Хотел быть водителем трамвая. И? И не стал им. И еще кем-то? Не знаю, больше никем не знаешь, хотел. Знаешь, еще кем, прикинь? Но, кстати, чем-то ты, мне кажется, мог бы стать, это врачом. А, врачом. Нет, я не хотел в детстве стать врачом. Я хотел в молодости стать врачом. В детстве не хотел. В детстве я хотел водить трамвай. Это было самое крутое мероприятие. Вы все переврали! Слушай, я тебе самый главный вопрос. Трансмиссия живет. Я не знаю, я сам просто, но последний раз, мне кажется, в 2010-м ездил на Армин Ламбюрен там на трансмиссию. В 2012-й еще ездил. Но вот до сих пор я сегодня увидел тусовки, все это живет. Как ты думаешь, сколько еще это будет жить? Именно это направление. Направление живет не само по себе, оно живет, потому что есть артисты, живет направление. Нет артистов, нет направления. Поэтому пока все работают, пока музыка двигается вперед за счет музыкантов, соответственно, все живет и буйствует и процветает. Есть Скриликс, есть дабстеп. Нет Скриликса, нет дабстепа. Есть Армин, Пол Ван Дайк, То есть здесь от одного имени зависит или нет направления? Конечно. Моргенштерн раз появился, все стали любить рэпчик. Не появился Моргенштерн, всем без разницы на рэпчик. Конечно же, все зависит от человека, который заражает. Люди не слушают музыку, люди слушают человека. Им, в принципе, без разницы, какая это музыка, какое направление. Если зайти к большинству людей во ВКонтакте, в аудиозаписи, там будет все подряд. Потому что люди обычно, они меломаны, они просто слушают музыку, им просто нравится та музыка, которая им нравится. Поэтому там может быть и Армин одновременно, и Моргенштерн, и «Руки вверх», и «Гости из будущего». А себя в каком направлении считаешь? Ну, сильным, назовем так. У меня не так много направлений, у меня единственное направление – транс-музыка, поэтому я… Да нет, я вообще считал, у тебя есть такие мелодии, извините, хаос там что-то присутствует. Не, ну это понятное дело, ну когда у тебя 1000 трансовых треков и 3 не трансовых трека, очевидно, что… Любишь ты их? Очевидно, что это трансовые, я все люблю, конечно. Вот, поэтому есть сильные люди, есть сильные музыканты, есть жизнь у направления. Нет сильных музыкантов, нету жизни, соответственно, и управление тоже плавненько уходит. Окей, мой такой вопрос, очень хотел тебе задать, мечтал, чтобы вы понимали. Рекорд, да? Я житель Вологды. Я слушал его, когда он был в Питере, а на радио, в машинах, нигде его не существовало. И когда ты включаешь рекорд, там просто все другое, ну совершенно. Но сейчас рекорд другой. Об этом все говорят, но рекорд другой. Мы ждем как бы другого. Мы хотим слышать вот то, что сейчас играет даже, да? Вот сейчас Sound of Music и так далее. Почему сейчас этого нет? И поменяется ли это на рекорде? Почему есть? Включаешь 9 вечера и слушаешь вот все вот это. Плюс техно, драм н бейс, дабстеп, транс. В 2005, 2006, 2007 году аудитория 18-25 слушала клубную музыку, слушала Тиеста, Армина и так далее. Да. Современная аудитория 18-25 слушает Клаву Коку. И поэтому Радио Рекорд подстраивается под нее. Радио Рекорд не может вместе с аудиторией, которая уже 50 лет, переместиться вот в эту зону 50 и быть радиостанцией для тех, кому за 50. Не может. Поэтому радиостанция построилась. Совершенно верно, она живет в актуальном, то есть у радиостанции есть актуальный возраст людей, которые ее слушают. Это люди до 18 рекорд не слушают, потому что без радиостанции люди, без там, например, машины или еще что-то, молодежь особенно не слушает, им негде, в принципе, слушать радиостанции. Но, в принципе, молодежь радио не слушает вообще. Соответственно, вся молодежь, она как бы идет мимо. Но в какой-то момент она покупает себе машину, еще что-то садится, и вот она включает радиостанцию. И вот в этот момент, начиная с 20 лет, она может как раз-таки быть аудиторией Радио Рекорд. 20-35-40 – это основная аудитория Радио Рекорд. Вот. Соответственно, это аудитория, которая не слушает рэп. Это работает. Не слушает рэпчик. Но при этом это аудитория, которая слушает просто современную коммерческую танцевальную музыку. Чем как бы радиостанция Рекорд и занимается. И в 2005 году Радио Рекорд тоже вещала ту же самую современную танцевальную музыку. Просто в 2005 году современная танцевальная музыка звучала иначе, чем современная танцевальная музыка сегодня.
и Тиесто в 2005 году звучал иначе, и Армин Ван Бюрен в 2005 году звучал иначе. А сейчас Армин Ван Бюрен звучит так, как он звучит. Поэтому мы как крутили Тиесто, так и крутим. Как крутим Армина Ван Бюрена, так и крутим. Но Армин... Мы его и будем! Но Армин поменялся, Тиесто поменялся, и все поменялись. Тиесто-то вообще жалко, конечно. Поменялись? Нет, и Тиесто молодец, на самом деле. Почему? Вот, кстати, Тиесто я очень... У него была аудитория 100 человек, а теперь у него аудитория миллион. Молодец, а как еще? Блин, не знаю, я был фанатом. Все очень просто. Ладно, финальное. Он играл трансмузыку. И трансмузыка – это очень узкая аудитория. Если ты хочешь собирать стадионы, ты не можешь играть трансмузыку только. Ты должен расширяться. Как... Понял, Роман Месек. Как... А Рома, собственно, этим и занимается. Он начал делать попсовые треки. Я ему давно уже об этом говорил. И на Like FM мы, собственно, их видели. Слышали, точнее. Вот, и все он правильно делает. Рома, если будет в этом направлении двигаться, он дойдет до русских треков. И это нормально. Но самое главное – написать хит. Попсы можно делать сколько угодно. Сам будешь это делать? Я же делаю, по возможности у меня получается. И русских треков я делал, и для сериала «Молодежка» делал треки. Можем ли мы от Фила услышать совершенно другую музыку, попсовую прям вообще? Так у меня есть треки с Винтажом, у меня есть треки с Юлией Савичевой. Ты просто не в материале, погугли. Нет, да я слышал, но просто они, знаешь, есть те с кем, но просто почему-то там как-то тебя так, видимо, не высветили. Я думаю, что от тебя просто сейчас еще можно другое увидеть совершенно. Вот, есть возможность погуглить. С Винтажом. С Юлией Савичевой, с группой «Серебро», с группой «Интонация», два трека для сериала «Молодежка» и так далее. У меня есть трек с ребятами с лейбла «Газгольдер». А «Газгольдер» — это рэпчик и баста. Есть фишка, ты для них музыку пишешь или совместно? Понимаешь, есть разница? То есть, если кто-то светится, знаешь? Совместные треки. Я и они, или они и я. Финальный такой мой вопрос просто. Вот «Магнит» и «Слайдер» был фанат. «Рекорды» они просто взрывали. А дальше они перешли DFM, вот и здрасте. Мы увидим Фила, услышим, точнее, Фила на DFM, Европе Блюз и так далее. Или ты останешься преданным рекордовцем? Так тут нет вопроса преданности. Просто пока вы взаимодействуете друг с другом, вы пока даете друг другу то, что вам друг от друга нужно, вы как бы вместе находитесь. Если по какой-то причине ваш союз начинает рушиться, и кто-то кому-то чему-то не додает, ну, соответственно, люди расходятся. Поэтому здесь как бы схема очень простая. Тут нет вопроса преданности или так далее. Просто, ну, как бы ты вот... Вот у меня есть там супруга, да? Я с ней не расскажусь не потому, что я ей предан. Нам просто вместе классно, да? То есть нам вместе классно, у нас есть дети, мы замечательно друг друга понимаем. Не потому, что мы преданы друг другу. Несмотря на то, что ты в два ночи сейчас здесь, да? Да. Поэтому мы вместе существуем. Поэтому я существую вместе с Радио Рекорд, потому что там вместе классно, мы идем вперед. Мы знаем, куда надо двигаться, что надо делать, куда надо развиваться. Все, вот. Давай, с тебя 7 слов, пожелания с Новым годом твоим любителям твоей музыки. Поехали. Счастья, здоровья и оставаться хорошими людьми в 2023. Можно! Фил, спасибо тебе. Ты крутой. Блин, спасибо. Мне кажется, вы услышали для себя очень много советов. И это было специально для вас, диджей Фил и Дуров ТВ. Спасибо!